Итак, туториал, как стать Канеки-Кеном из Токийского Гуля в почти домашних условиях. Сначала берем маску из настольной игры мафии и забрызгиваем черным баллончиком, чтобы ложилась краска. Затем, соответственно, рисуем на ней всем известную рожицу. Кстати, третий и четвертый сезон — полная дичь. Если еще не смотрели, то и не надо. Вырезав маску, идем обесцвечивать и красить волосы в белый. Все должно быть максимально трушно, поэтому ногти красим в черный. Покупаем пианино и учимся профессионально играть главный опенинг-саундтрек под названием Unravel. Все-таки без него гуль не гуль.